Всем привет! Сегодня будем готовить ватрушки с творогом и сделаем их с штройзелем. Это такая сахарная посыпка из масла и муки. Ну, все по порядку, начнем приготовление с теста. Дрожжевое сдобное тесто. Нам потребуются сухие дрожжи инстантные, я беру 5 грамм. Также добавляю теплое молоко, около 200 грамм, один стакан, но стаканы бывают от 200 до 300 грамм, поэтому смотрите сами. Туда же добавляю одно яйцо. И щепотку соли. Помните, что молоко должно быть теплое, не обжигающее, иначе дрожжи погибнут. И сюда же добавляю примерно 30 грамм сахара. Сейчас я жидкие ингредиенты объединю и буду добавлять дальше муку и сливочное масло. Просто слегка взболтаю, чтобы яйцо разбилось в жидкости и так немножко объединились наши ингредиенты. Теперь добавляю порядка 400 грамм муки, а дальше я уже смотрю по густоте теста и уже количество муки добавляю, если потребуется. В некоторых случаях и до 500 грамм может потребоваться муки. Нам нужно сделать так, чтобы тесто было эластичное, мягкое, но не сильно плотное, поэтому регулируйте количество муки самостоятельно. По чуть-чуть добавляйте и смотрите на густоту теста. Если вы сразу всю муку всыпите и тесто будет слишком густым, то потом нужно будет разбавлять какой-то жидкостью, и жидкость уже тяжело вводить в плотное тесто. Добавляю 30 грамм сливочного масла, оно у меня комнатной температуры, мягкое, и вмешиваю в тесто. Если у вас нет такого комбайна, то мешайте руками и подмешивайте муку периодически, когда мука будет съедаться тестом, подмешивайте еще и смотрите на консистенцию. Все, тесто у нас готово, я сейчас его немножечко сформую руками уже, придам форму шара, можно его сверху и в чаше промаслить растительным маслом, чтобы уже когда тесто подходило к стенкам, оно не прилипало, но это не обязательная функция, иногда я так делаю, иногда нет. Все, ложу обратно в чашу, накрываю чем-нибудь, чтобы не заветривалось тесто, и убираю в теплое место на расстойку на 1-2 часа. Прошло 2 часа, тесто расстоялось, посмотрите, во сколько оно увеличилось в объеме, стало пышное, пористое, посмотрите. Я его сейчас обминаю, не сильно, так, чтобы прям все пузырьки воздуха я из него не выбиваю, то есть слегка разминаю и буду дальше формировать шарики для ватрушек. Я подготовила противень, постелила пергамент, пергамент ничем не смазываю. И буду формировать шарики небольшие через весы, чтобы все были одинакового размера. Размер выбирайте сами по своему вкусу. Я люблю, чтобы они были небольшие и при этом, чтобы тесто было поменьше, а начинки побольше. И вот так подкручиваю внутрь, чтобы шарик был одинаковый, так скажем, ровненький сверху. Потом тесто начнет растаиваться и чтобы форма была более-менее ровная. Обратите внимание, что я раскладываю на определенные расстояния друг от друга, чтобы после выпечки они не прилипли друг к другу. И потом каждый шарик я растягиваю в плоскую, ровную такую, в плоский такой оладушек, не знаю, как назвать правильно, так, чтобы сформировать уже будущую форму нашей ватрушки. Стараюсь растянуть так побольше, чтобы тесто потом было тоненьким. Накрываю пищевой пленкой и оставляю на момент, пока я буду делать начинку и штройзель. Готовим творожную начинку. Для этого я беру 200 грамм творога. Творог должен быть немножко суховат. Если он у вас мягкий, очень такой, много влаги в нем, то добавьте не целое яйцо, половинку или только желток, чтобы начинка держала форму, иначе она вся у вас выплывет из ватрушки. Творог у меня жирный, размешиваю с яйцом творог, добавляю сахар по вкусу,
примерно 20 грамм сахара, 200 грамм творога и одно яйцо. Начинка должна держать форму вот так. Далее готовим штройзель. Штройзель — это посыпка из сливочного масла, муки и сахара. Готовится очень просто. Холодное сливочное масло я натираю на терке. Оно у меня прям из морозилки, чтобы лучше натирать. Я взяла 20 грамм сливочного масла. Мне потребуется именно это количество, чтобы не оставалось. Но вы делаете по вкусу. Если вы используете полный объем теста, то делайте в два раза больше, потому что у меня часть теста пошло на другую выпечку. Далее я добавила на 20 грамм сливочного масла 40 грамм муки и сахар по вкусу. Сахара я взяла столько же, сколько сливочного масла, тоже 20 грамм. То есть 20 грамм сливочного масла холодного, 20 грамм сахара и 40 грамм муки. И все начинаю растирать и перетирать так, чтобы я видела, что уже мука не осталась отдельно от сливочного масла. Вот таким образом. Все, наши заготовки все готовы. Посмотрите, как расстоялось тесто, пока мы делали начинку и штрозель. И я формирую бортики, чтобы начинка никуда не вытекла. Если у вас еще очень мягкая начинка, можете добавить немного крахмала. Он свяжет влагу и тоже никуда ничего не вытечет. И аккуратно раскладываю начинку внутрь будущей ватрушки. Обязательно смазываю сверху желтком тесто. Чтобы потом, во-первых, прилип штройзель, а во-вторых, чтобы была красивая корочка. Здесь у меня только желток. В желток можно добавлять немного сливок или молока, либо размешивать с белком и пробивать блендером, чтобы не тянулся белок за желтком, когда вы мажете помазкой вот этой. И сверху насыпаю таким хорошим объемом нашу посыпку. Она, кстати, обратите внимание, удержит творог от того, чтобы он никуда не убежал. Как бы сверху так тоже ее посыпаю. Это добавит новую текстуру, такой хруст в будущую выпечку. Помните в школе, когда давали эти булочки с изюмом воздушные, и сверху была эта посыпка? И мое любимое из всей этой булочки — это была эта верхняя посыпка. Если у вас так же, то напишите обязательно в комментариях. Излишний штройзель я сметаю, чтобы он не горел на духовке. И в духовку у меня уже, естественно, разогрелась до 175 градусов. Отправлю сейчас выпекать. Они уже расстоялись, поэтому больше я не жду. И отправляю на 25-30 минут до готовности. Смотрю по золотистости цвета, по состоянию. Они у меня тоненькие, поэтому готовятся быстро. Вот такая красота приготовилась у нас. Посмотрите, какие они аппетитные. Ну, просто хочется чайку с лимоном, сахарком и ватрушечку. Милое дело. Обязательно берите жирный творог, тогда будет вкуснее. Вообще молочные продукты лучше употреблять с жирными, а не обезжиренными. Такую красоту мы испекли. Здесь у меня 6 ватрушек и часть теста у меня осталась. Я из него еще сделаю что-то другое. Вы увидите потом в следующих выпусках. Но если вы планируете из общего объема теста делать все ватрушки, то, конечно же, делайте больше начинки и больше штройзеля. На это обратите внимание, потому что я делала по количеству вот этих 6 штучек. Либо оставшееся тесто просто заморозьте, и потом, когда захотите что-то, очень быстро оно размораживается. Вот такую вкуснятину мы сегодня приготовили. Рада была поделиться с вами своим рецептом. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Рецепт будет под видео в описании. И спасибо за просмотр, за ваши подписки, за ваши комментарии. Увидимся в следующих видео. Всем пока!